Сегодня мы опробуем новый формат наших передач. Это дебаты. Каждому из дебатирующих дается по 10 минут. За этим будут следить наши желтые часы. Правда, время вам не будет видно. Для тренировки мы выбрали тему «Делать ли улицу Ленина пешеходной?». В начале дебатов каждый из дебатирующих заявляет свою позицию. На это ему дается по 2 минуты. Потом комментирует позицию своего оппонента, а потом переходим, собственно, к обычным дебатам в формате вопрос-ответ. В конце подводим итог. На все про все каждому 10 минут, то есть должен вложиться в 20 минут. Начинаю говорить я, как человек, выступающий за то, чтобы улица Ленина была пешеходной. Ну, собственно, начнем. Так, время пошло. Город Новосибирск является мегаполисом, якобы столицей Сибири. С этим далеко не все наши соседние города согласны. Городом трех академий, но при этом это один из немногих мегаполисов и один из немногих крупных городов, который не имеет ни одной пешеходной улицы. Мало того, у нас город в последнее время развивался по принципу, что нужно удовлетворять всех людей, желающих пользоваться автомобилем, в том числе в центре города. В результате сейчас стало понятно, что этот путь тупиковый. Центр города превращен в массовую парковку. В центре города есть большие проблемы с чистотой воздуха. Его загрязняют автомобили. Происходит массовое бегство людей, особенно нашей элиты, в пригород. То есть город Новосибирск стал рассматриваться то ли как вокзал, в котором люди не живут, а временно находится, чтобы потом уехать в Москву или еще куда-нибудь, то ли как место для добывания денег, но не как среда обитания. Чтобы этот процесс повернуть вспять, нам необходимо как-то регулировать использование пространства в центре. И говорится, предлагаются разные методы, там, в том числе и, репрессивного характера по отношению к автомобилистам. Но я считаю, что, и не только мое мнение, что необходимо некоторые части центра освободить от машин полностью, то есть сделать пешеходными. Пешеходные улицы — это не только возможность пешеходов гулять, это возможность встречаться, проводить события массовые, использовать центр по назначению, для чего он изначально и создавался, а не в виде парковки. Да, спасибо. Формат новый, пока только тренируемся. Да. Центр города — это в первую очередь центр деловой активности, надо это понимать. Деловая активность, к сожалению, в нашем городе в первую очередь связана, да и в любом, собственно, другом городе, с транспортом, на котором необходимо доехать. Так уж получилось, что мы живем, хоть и в крупнейшем муниципальном образовании в России, и все-таки в столице Сибири, как бы к этому не относились города, ревностно наши соседи. Но, тем не менее, мы живем в городе, у которого пассажирский транспорт находится в деградировавшем состоянии. И упрекать автомобилиста в том, что ему экономически более целесообразно, сейчас вопрос не в том, что это комфортнее ехать на автомобиле, экономически более целесообразно, особенно если у тебя семья с детьми, ехать на автомобиле, особенно в условиях экономического кризиса и снижения реальных доходов населения, как минимум преступно. Если передвижение на общественном транспорте комфортно и стоит дешевле, чем на автомобиле, безусловно, можно идти на любые совершенно репрессивные меры по отношению к автомобилистам. Но сначала необходимо принять определенные компенсаторные меры, предоставить соответствующую инфраструктуру, которая, к сожалению, у нас в городе отсутствует. Поэтому центр города принадлежит не только прогуливающимся по нему туристам, но и в том числе тем людям, которые приезжают туда работать. Это раз. Момент номер два. У нас есть очень большая проблема, наверное, самая большая проблема с улицей Ленина. Она одна из 2,5 улиц, которые ведут из центральной части города на Димитровский мост. Мостов у нас и так не хватает, всего 3 штуки, из положенных по генплану 7. И получается, что доехать можно либо по вокзальной магистрали, которая всегда стоит в пробках, либо через Тихий центр, во дворах по улицам там, Чеплыгина, Революция, Октябрьская, Максима Горького, и дальше выезжать опять же объездными путями и всякими разными безымянными тупиками, либо, соответственно, по улице Ленина. В данном случае улица Ленина остается без вариантов, потому что вокзальная магистраль стоит в пробках, туда автомобилисты не ездят. А с Тихим центром, как любую другую инициативу, надо обсуждать с жителями. У меня бабушка живет в доме на Революции 6.
Ее двор стал давным-давно проездом для тех автомобилистов, которые, к сожалению, срезают по нему пробку. И если перекрыть улицу Ленина, пробка переместится во двор к моей бабушке. Рекомендую всем инициаторам подобных предложений прийти к ней во двор и объяснить жителям, что у нас город отстает в урбанистическом плане от передовиков мирового угнетения автомобилистов на вроде Куритибы. Так, ну это мы пока убираем, уже пока не нужно. Комментирую насчет того, что центр — это центр деловой жизни. Ну, во-первых, автомобиль не улучшает деловую активность, потому что если я приезжаю в центр, и мне нужно сделать 2-3-4 встречи, то я просто не нахожу места, где припарковаться. То есть можно кружить кругами по нашим улицам, и ты не найдешь места. Я, собственно говоря, лично передвигаюсь по центру исключительно пешком. Приезжая в центр только в том случае, если мне нужно что-нибудь массивное там, перевезти, что в руках тащить сильно неудобно. Что касается того, что улица Ленина одна из, так сказать, магистралей. Ну, я, собственно говоря, не выступаю за то, чтобы именно улицу Ленина сделать пешеходной, обязательно именно улицу Ленина. Но по факту у нас других удобных для превращения в пешеходное пространство улиц нет, потому что если мы посмотрим, где расположены кафе, кинотеатры, какие-то там места притяжения пешеходов, то мы обнаружим Красный проспект, вокзальную магистраль, ту же самую, то есть улицы, которую уж точно ни в коем случае нельзя перекрывать. И в данный момент речь не идет о том, чтобы улицу Ленина перекрыть раз навсегда. Есть предложение попробовать в летом выходные. Выходные трафик все-таки меньше, чем в будний день, и в летом у нас нет снега, то есть в данный момент у нас город засыпан снегом, и каждая улица сужена как минимум на одну полосу, а многие и в большей степени. Вот. По сравнению с этим, так сказать, ситуация летом будет гораздо лучше, даже когда улица Ленина будет сделана пешеходной. И опять же, я предполагаю, что, посмотрим, что будет говорить мэрия, но я думаю, что она будет частично пешеходной, то есть не будет перекрыта ни Советская, ни Урицкого. То есть, перекрестки будут функционировать. Ну, это мое предположение. Вот. По пунктам. Во-первых, люди урбанистического толка, они, как правило, устремлены в счастливое велосипедное будущее и немножко оторваны от реальности. В большинстве случаев не владеют нормативно-правовой документацией в виде ГОСТов и СНИПов. И я думаю, что инициаторы перекрытия площади Ленина для автомобилистов... Улица только. Улица Ленина, виноват. Столкнутся в первую очередь с проблемой согласования этого своего решения в госавтоинспекции. ГИБДД работают в реальности, а не в велосипедных империях витают. И поэтому читают и очень хорошо знают СНИПы, в которых четко расписано, что учреждения здравоохранения, в первую очередь, учреждения соцкульбыта и административные здания должны быть оборудованы не просто парковками для инвалидов, но должны иметь доступ для автотранспорта водителей инвалидов. На улице Ленина расположена поликлиника номер 20. К ней нет других альтернативных подъездов ни с одной другой улицы, кроме как с Ленина. Дом Ленина номер 4 находится в здании энергосбыта, которое в том числе посещают и водители-инвалиды. Соответственно, доступ им обеспечить придется. Если предположить, что мы берем только вокруг универсама и кинотеатра «Победа» в двух кварталах улицы Ленина, согласитесь, это полумера, которая не устраивает ни урбанистов, ни автомобилистов. Хотя я и против такого социального разделения общества. В конце концов, у меня тоже есть велосипед, я тоже на нем иногда езжу, и я в том числе пользователь пассажирского транспорта. Угу. Да, а я в том числе автомобилист. Если мы пытаемся сделать хоть какое-нибудь дело, хоть что-нибудь в городе Новосибирске, мы всегда утыкаемся в проблемы. Это связано не только с пешеходными пространствами, а хоть с чем угодно. Хоть с общественным транспортом, хоть с уборкой снега. Всегда есть СНИПы, есть люди, которые знают, что ничего сделать нельзя. Это обычная проблема. И, конечно, все эти проблемы нужно тщательно решать, в том числе с поликлиникой, с подъездами к домам, с работой ГИБДД. Но я замечу, что, во-первых, у нас улица Ленина регулярно
несколько раз в году перекрывается. У нас по праздникам перекрывается не только улица Ленина, но и Красный проспект. То есть, по-видимому, эти проблемы на 1, 2, 3, 4 дня в году, они решаемы. Если мы говорим о выходных летом, то это всего лишь там 4-8 в месяц, то есть порядка 24-30 дней в году. То есть не настолько существенная проблема, чтобы ее было невозможно решить. Вот. За это время мы посмотрим, стоит ли идти на более серьезные организационные усилия. Мы уже переходим к вопросам? Да, уже можно. Ты говорил о том, что перенос деловой активности, он не связан с автомобилями. Более того, даже в большей степени страдает от автомобилей. И приводил пример того, что элиты из центра города бегут. Вот в городе Москве есть улица Арбат. Я сейчас не буду рассуждать о том, что вокруг нее есть огромное количество альтернативных проездов в виде там Нового Арбата, Садовое кольцо, в конце концов. И улица Арбат давным-давно не выполняет никакой совершенно транспортной функции. Там даже если идти пешком до метро, до станции Арбатская, очень далеко получается. Есть Нижний Новгород, в котором есть свой маленький Арбат. Так вот, в обоих городах, в Москве, элита почему-то переезжает там на Каширку, на Калушку, на Рублево-Успенское шоссе. И почему-то не живут на улице Арбат. В Нижнем Новгороде происходит в точности то же самое. Люди приобретают недвижимость загородную, которая находится на берегу и вдали от города, и тоже почему-то не живут на вот этой вот самой пешеходной улице. Там не появилось ни одного нового учреждения, кроме торговых лавок, которые там, правда, исторически были. И, соответственно, там вольных художников, которых оттуда то запускают, то разгоняют. То бишь, как вообще, есть какие-то примеры в нашей стране или, например, в мире, когда введение пешеходной улицы как-то повлияло на бегство элиты из центра города и на развитие деловой активности? Есть множество городов в мире, где разными мерами, в том числе и созданием пешеходных пространств, города были сделаны пригодными для жизни. В России, к сожалению, на данный момент ни один город, крупный мегаполис, не пригоден для жизни. То есть он пригоден для временного существования, для похода на работу, похода за продуктами, но не для комфортного пребывания в городе. Поэтому у нас стоит задача сделать город пригодным для жизни, но пока она не решена ни в Москве, ни в Нижнем Новгороде, нигде. То есть создание пешеходных пространств — это один из способов, элементов, но не главный. Что же касается деловой активности, то, пешеходная улица только частично решает этот вопрос, потому что если у тебя есть пешеходная улица, и ты можешь назначить ряд встреч на ней и не переходить по подземным переходам, длинным пешеходным переходам и так далее. Вот. Но, конечно, ее главная функция не в этом, а в том, чтобы людям было где отдохнуть, где прогуляться, где встретиться с друзьями. Собственно, и тогда вопрос от меня к тебе. Как ты считаешь, это нормальное состояние, когда весь город превращен в парковку, пройти нигде нельзя? И можно ли хоть где-то чуть-чуть, потесниться? То есть освободить, сделать небольшой заповедник для пешеходов? Это реалистичная просьба, требование? Или нет, везде должен быть свободный проезд, независимо ни от чего? Абсолютно реалистичная, я с тобой согласен. У нас, обрати внимание, не только город, у нас каждый двор превратился в автостоянку. Это ужасно. Я хоть и сам автомобилист заядлый, но тем не менее никакого удовольствия от этого не получаю. Конечно, город должен иметь свободные зоны, парки, скверы, их должно быть как можно больше. Только пешеходной зоной должен быть парк, сквер, должно быть какое-то досуговое место, где человеку удобно, комфортно, где есть лавочки, где есть зелень, где человек может отдохнуть от каменных джунглей серых. У нас, кстати, я не соглашусь с твоим тезисом о том, что город категорически не приспособлен для жизни, а исключительно для выживания. У нас есть огромное количество парков, очень многие горожане садятся в свой автомобиль, едут, например, до Локомотива, до Залицовского парка, катаются на лыжах, на коньках, играют в волейбол, там шикарно оборудованный пляж. Мне самому очень нравится это место, я там достаточно часто бываю. Туда категорически неудобно ехать на общественном транспорте, это, кстати, тоже одна из проблем. Я к тому, что город у нас даже при всех его проблемах, я его все-таки люблю, это лучший город Земли, мой город, и мне здесь нравится проводить время, в том числе в парковых зонах. И я бы не хотел, чтобы какая-нибудь улица
после автомобильного назначения превратилась в пешеходное назначение. Суть от этого не меняется. Город — это пространство для всех. И для автомобилей, и для пешеходов, и для велосипедистов. И это пространство, в котором должно быть всем комфортно. Поэтому вопрос к тебе отсюда. Как ты считаешь, нужно ли заниматься подменой одних зон на другие? Если автомобилисты, например, потребуют снести какой-нибудь парк и построить на месте этого парка дорогу, ну просто потому, что здесь будет короче проезжать. Это абсолютно то же самое, когда урбанисты требуют у автомобилистов отобрать улицу. Или, может быть, мы все-таки будем заниматься вопросами планирования новых жилмассивов, вопросами строительства парков, скверов и, соответственно, вместе с ними новых дорог. Ну, я замечу, что ситуация, когда зеленые зоны, парки, скверы и так далее превращались в дороги, они у нас постоянные. То есть у нас постоянно дорога проходит по какой-нибудь зеленой зоне новая. Это обычная тенденция, собственно говоря. Так, примеров там далеко ходить не надо. Те же недавние постройки, например, Бугринский мост и подъезды к нему прошли через, соответственно, Бугринскую рощу. Поэтому речь идет не о том, чтобы потеснить автомобилистов или угнести их в пользу пешеходов, потому что обычно это одни и те же самые люди. Конечно. То есть вышел из автомобиля, ты тут же стал пешеходом. Речь идет о том, чтобы разделить несколько те места, где постоянно ездят машины, и те места, где люди могут гулять. Потому что пешеходная улица может иметь параллельно рядом тут же автомобильные. Собственно говоря, на той же Ленина ты можешь подъехать по Урицкого, по Советской, встать на автомобиле и потом пройтись, прогуливаться, если мы делаем улицу Ленина пешеходной, прогуливаться по ней, пройти 50 метров, 100 метров не является большой трагедией, большой проблемой. Это полезно. Поэтому я согласен с тем, что не нужно, противопоставлять пешеходов и автомобилистов, но город должен иметь разные зоны, разные, культурные и развлекательные объекты, чтобы был выбор. В данный момент нет выбора. Ты не можешь пройтись по городу, не опасаясь, автомобиля или не пройтись сквозь по ним. То, что ты приводишь пример, локомотив Зальцовский парк, это выезд на природу все-таки. Это не совсем. То есть, хоть он называется парком, но по сути это все-таки лес, и люди бегут на Обь, на лес, на нашу замечательную природу, бегут от города. И вообще у нас люди летом стараются убежать из города, а вовсе не приехать в него. Вопрос. У меня кончились вопросы, на самом деле. Ну, тогда давай. Давай перейдем к подведению итогов. Да. Ты же мне позволишь вопрос задать? Мы же только пока что оттачиваем формат. У нас тем более еще время есть. У нас есть прекрасная улица. Комсомольский проспект она называется. Она уже наполовину пешеходная. Как ты относишься к тому, чтобы вот оставшийся ее хвостик, половину, вместо улицы Ленина, например, сделать пешеходной? Я отношусь к этому хорошо, но там в данный момент, то есть чтобы туда привлечь людей, чтобы они там ходили, нужны объекты, которые их будут приводить. На это нужно финансирование, организационные ресурсы, которых в данный момент нет, и, как ты прекрасно понимаешь, и не появится в ближайшее время. Поэтому улица Ленина возникает в том числе и из-за того, что у нас нет возможности, как в Иркутске, вбухать 5, 7, 8, 10 миллиардов в создание новой зоны. Последний тогда вопрос. К итогам пора. 20 секунд тебе вполне хватит на ответ. Можно коротко очень, да или нет? Эта дискуссия, которую мы сейчас с тобой ведем, она, собственно, разгорелась у нас же с тобой в социальных сетях. Были совершенно разные опросы, у тебя одни, у меня другие, разные подсчеты этих опросов, у кого-то больше за, у кого-то больше против, это вполне естественно, у каждого совершенно своя аудитория. Но огромное количество людей сходилось на том, что этот информационный повод, умело вброшенный, в общественное пространство, возможно, служит не очень лицеприятной цели отвлечь внимание общества от проблемы повышения тарифов ЖКХ и грядущего в субботу митинга на площади Ленина в 12 часов. У нас такой цели нет. Тем более, что, отвлечь, я думаю, этим не удастся. А то, что люди будут обсуждать все подряд, это другой вопрос. Так, давай перейдем к подведению. Сейчас мое время, на подведение итогов? Да, подводи итоги дискуссии. Это оставил мне 13 секунд. Я тебе благодарен за содержательные ответы. Я благодарен за то, что позиция у тебя не идентична огромному количеству урбанистов
не побоюсь этого слова, оголтелых, которые требуют «да» и все. Мне очень нравится, что ты готов идти на компромиссы, что ты готов рассматривать разные варианты, и твоя позиция взвешена и аргументирована. Я, тем не менее, остаюсь противником того, чтобы именно улица Ленина была пешеходной, хотя я абсолютно не против развития пешеходных зон в городе Новосибирске. Просто улицу Ленина в нашем деградировавшем транспортном каркасе города Новосибирска ее невозможно вычленить, невозможно вырвать ее оттуда. Привести дополнительный трафик на пересекающиеся улицы, там улица Советская, улица Революции, улица Чаплыгина, означает не только создать большее количество проблем жителям этих самых домов, но означает закупорить их в окончательных пробках, угробить тихий центр нашего города. То бишь тот трафик автомобилей, который проезжает по улице Ленина, они же едут каким-то... Ну, 3 секунды. Они же едут каким-то зданием, учреждением на улице Ленина, значит, будут выезжать на параллельные улицы. Не говоря уже о тех, кто по улице Ленина едет на Димитровский мост. Я считаю, что проблемы всегда будут те или иные, и понять, насколько они решаемы или преодолимы, можно только путем эксперимента. Эксперимент летом по выходным вполне можно допустить. Спасибо.